Сильные порывы ветра, который обрушился на нашу страну, принесли немало головной боли. Так, в Кишиневе двух автовладельцев поджидала большая неприятность. На их машины, припаркованные на Щусево, упала огромная ветка. А в Кагуле выпал град немалых размеров. По данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, до окончания рабочего дня никто за помощью не обращался. Водитель одной из машин, на которую упала ветка, поведал нам, что помимо его авто пострадало и рядом стоящее. К счастью, никто не пострадал, а вот железным коням понадобится ремонт. Я пришел с магазина и получил сюрприз. Пострадали две машины, моя и та, что рядом. И что вы будете делать? Вызвал полицию, они должны приехать и составить протокол. Дальше уже посмотрим. Водитель признался, что не ожидал, что когда-то попадет в такую ситуацию, а из-за случившегося он вынужден был пропустить работу. Немного крыша пострадала, чуток в салоне, и все. В целом не все так страшно, но все равно не особо приятно, когда машина в идеальном состоянии, а теперь получается, что уже не в таком уж идеальном. Не могу и на работу поехать, пока не приедет полиция. А в Кагуле непогода принесла с собой град размером с горох. Запечатленными кадрами очевидцы поделились в соцсети. Смотрите, это все град. Этот град нападал мне на сетку, завалил все. Короче, жесть моей дачи. Смотрите, это ужас. Сегодня в Молдове действовал желтый код метеоопасности с порывами ветра до 15-20 метров в секунду и грозовыми ливнями на севере страны.